Я живу одна. Мусор я собираю, он в ведерко. Какой там у меня мусор? У меня ничего нет. Никакого мусора у меня нет. Если я полпакетика набрала, так я его вынесла вон туда в неделю раз. Полина Назарова живет на улице Базайской 73-го года. Говорит, за все это время ни разу не заметила, чтобы мусор у них вывозили систематически. Убирает, когда уже терпеть невозможно. Вот и сегодня возле ее дома снова ликвидируют свалку. Боролись с нарушителями даже с помощью видеокамер, но, по словам администрации, сейчас их нет. Сломались. Пытались установить контейнеры и вывозить мусор, но тоже не срослось. Баки украли. К сожалению, когда здесь были установлены контейнеры, это повело еще к более... такой сказать, плачевной ситуации, потому что захламили вообще всю прилегающую территорию. Ловить нарушителей будут и после Нового года, вот только теперь не придется ломать голову, что дешевле, обслуживать это место и вывозить мусор постоянно или периодически разгребать стихийные завалы. С 2016 года все затраты на вывоз бытовых отходов лягут на плечи горожан. Работать это будет так. Специальная организация поделит город на участки, очевидно прибыльные, такие как Центральный район, отдадут на обслуживание фирмам только вместе с проблемными участками, например, с пригородными зонами. Так власти надеются очистить от мусора отдаленные районы города. Следует выстроить такой механизм управления, чтобы государство имело возможность влиять на систему заключения договоров между участниками этого процесса и регулировать процесс стоимости, обозначения стоимости того или иного вида услуг за утилизацию, за вывоз и, соответственно, включить эти стоимости в платежные документы для населения, если речь идет об этом. То есть появится четкий тариф? Совершенно верно. Новую систему пока разрабатывают, но ее точно примут, так предписывает федеральный закон. Однако некоторые специалисты сомневаются, что власти успеют разъяснить горожанам новые правила. А ведь с января тех, у кого нет договора на вывоз мусора, могут штрафовать. С января 2016 года в силу вступят поправки в статье 30 Жилищного кодекса, согласно которой, то есть на данных правонарушителей уже будет, ну, они будут привлекаться к административной ответственности. Для того, чтобы для жителей этот факт не стал неприятным сюрпризом, с ними ведется сейчас уже разъяснительная работа. Как отразится новая система на тех, кто исправно платит и сейчас, неизвестно, но тарифы, очевидно, изменятся. Ведь удаленные и проблемные места будут даваться в нагрузку к прибыльным. Однако, как это будет работать на практике, пока неизвестно. Как и то, будет контролировать вывоз мусора один оператор или несколько. Со всем этим городским властям предстоит определиться до Нового года. Демид Лабушев, Михаил Масленников, Афонтово. Новости.